Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня полнолуние и летнее полнолуние, очень мощное полнолуние для любовных ритуалов, и поэтому я, конечно, не могу обойти его стороной и в этот замечательный день, а вернее уже предзакатный час, не сделать магический ритуал на любовь при помощи скрутки двух красных свечей. Мои дорогие, я хочу вам сказать, что это вызов на любимого, любимую, на того человека, которого вы хотите видеть, которого вы любите, с которым вы хотите связать свою судьбу. Ритуал не является приворотом, ритуал не является каким-то ущербным. Я прошу прощения, я делаю ритуал на улице. И хочу вам сказать, что после этого ритуала, если вы будете его делать вместе со мной, либо после того, как я вас научу, как это делать, либо прямо сейчас, вот в режиме, именно в тот момент, когда вы смотрите это видео, для вас этот ритуал сработает обязательно. Итак, что нам для этого нужно? Никаких подсвечников. Берем две красных парафиновых свечи. Все простое, все натуральное. Красные парафиновые свечи ни в коем случае не церковные. Их можно найти в эзотерических магазинах. Именно они даже пахнут так приятно. Обычные спички берем, никаких не зажигалок. Обычную нитку красного цвета. У меня оранжевая, красно-лиловая, розовая. Вот. И железную иголку. Что мы с вами будем делать, дорогие мои? Мы будем вызывать любимого, любимую на выход связи с вами. Если это была ссора, значит, это произойдет примирение. Если вы давно не виделись и, может быть, расстались, любя, то вы обязательно встретитесь после этого ритуала. Если вы по каким-то причинам отношения сошли на нет, то после этого ритуала обязательно, обязательно любимый, любимая выйдет с вами на связь и даст о себе знать. Итак, первое, что мы делаем? Мы берем свечу одну и пишем на ней имя иголкой, выцарапываем имя того человека, которого будем вызывать. То есть, ну, если вы девушка, значит, здесь пишите мужское имя. Если вы юноша, значит, здесь пишите женское имя. Дорогие мои, можете ритуалить вместе со мной. И пока я пишу просто слово «имя», а вы, пока я его пишу, ну, проговаривайте имя того человека, которого хотите вызвать. Итак, я выцарапываю. Если вы будете делать самостоятельно, то обязательно сделайте. Имя напишите. То есть Сергей, Михаил. Так. Я даже, знаете, добавлю, чтобы был покрепче ритуал. Имя раба Божьего, да? Вот так сделаем. Нацарапаем. На второй свече, также иголочкой этой же, вы пишете свое имя. Пока я пишу, вы проговариваете свое имя. Либо мысленно, либо вслух, если вы одни. А я пишу имя рабы Божьей. Проговаривайте свое имя, хоть вслух, хоть мысленно. Эта свечка будет с вашим именем. Так, все, иголочка нам больше не нужна. Итак, в левой руке у меня свеча с именем возлюбленного или того, или возлюбленной, того человека, которого вызываем, да? А так, вот так лучше, наверное, да? В правой руке ваш. И теперь делаем скрутку. То есть скручиваем. Так. Очень важно, чтобы в этот момент свечи не сломались.
Собственно, по этой причине свечи нужно брать не парафиновые, а именно восковые. Потому что парафиновые сломаются, все. Тогда отношениям однозначно не восстановиться. Вот смотрите, как я аккуратно это делаю. Вот такая вот у меня получилась скрутка, плотная. Да? Теперь мы ее устанавливаем, никаких подсвечников, устанавливаем на обыкновенную тарелку. Так, я хочу, чтобы вам было видно. И воск материал мягкий, поэтому им... Так, вот немножко даже сделаю. Теперь берем нитку. И обрываем ее пальцами. Так, видно, да, что я делаю? То есть, что мы делаем? Завязываем на этой нитке два узелка. Один узелок с именем того, кого вызываем. Проговаривайте, пока я завязываю. Другой узелок с вашим именем. Проговаривайте. Потому что видео для вас сейчас актуально. Ваше имя. Проговаривайте, затягиваем. А теперь эти две свечечки с этими узелками мы завязываем. Ничего говорить не надо. Это обряд. Это не приворот. Так. Мне кажется, не очень вам видно. Простите, пожалуйста. У меня, как всегда, вот так. Теперь берем. Поджигаем со словами «Раб Божий» или «Раба Божья», да? «Приди ко мне, появись, объявись, поговори со мной» и поджигаем. Видите, как сразу они загорелись обе. Это говорит о том, что ритуал довольно действенный. Теперь самое главное, чтобы у нас с вами догорело все до ниточек, чтобы вот эти ниточки сгорели. Итак, можно еще раз сказать. Вызываю тебя, называйте имя того, кого вызываете. Приди ко мне, объявись, появись. И обязательно человек появится. Он либо даст о себе знать, либо позвонит, либо, смотрите, как ярко горят, несмотря на то, что мы с вами на улице. Это, мои хорошие, сила полнолуния. Сила полнолуния, сила огня дает вот такую вот мощь ритуалу. Вот уже ниточки начали гореть. Дает такую мощь ритуалу, чудодейственную силу. И надо, чтобы нам с вами подождать, чтобы свечи прогорели полностью. Смотрим, как, значит, вот наша ниточка, да, с узелками. Вот уже до нее добирается огонь. А можно еще раз сказать, повторить. Называете имя любимого или любимой, говорите: «Приди ко мне, появись». Ритуал очень мощный. Может быть, кому-то в этот момент почувствуется головокружение. Это нормально. Либо покажутся какие-то запахи посторонние. Всего скорее запахи будут, кстати, приятные. Может быть, даже парфюм любимого человека.
хорошо, что вот у нас, вот смотрите, они прям скручены, они прям горят. Хорошо, что у нас эти свечи, два фитилька загорелось одновременно, ни один не погас. Это добрый знак. Вообще, как бы, ритуал нужно делать очень осторожно, потому что одно неловкое движение, все может упасть, может сломаться свеча, может не загореться, допустим, один фитиль или даже оба. Это нам больше не понадобится. Обязательно после ритуала надо будет помыть руки с мылом и умыть лицо, умыться. Это обязательно. И вот смотрите, вот у нас огонь уже добрался до ниточки, уже практически ее поглотил. Можно еще раз повторить имя своего возлюбленного или своей возлюбленной, сделать вызов в этот момент. Вернись, раб Божий, дальше имя, вернись, появись. Я читаю ритуал, заговор, а вы проговариваете имя в этот момент. Появись, к рабе Божий, поговори со мной, пообщайся со мной. А магические любовные ритуалы очень мощны, имеют в полную луну. Сегодня полнолуние. Полнолуние короткое, поэтому особо много не разбежишься ритуалить. И самый главный, вот один из магических таких, да, ритуалов. Пока наши свечи догорают, я с вами поболтаю. Можно совершить. Также на полнолуние совершаются, естественно, обряды на достаток, на благосостояние, да, на возобновление чувств, на улучшение здоровья. Можно обратиться мысленно, смотрите, как они прям друг за друга, смотрите, надо же, как вот прям обнимаются, прям видно, да, видите, что два фитилька обнимаются. Ритуал удался, я вижу. У нас уже вот ниточка упала. Угу, даже ее не оторвать, отлично. Хвостичек маленький упал. А с узелочками все сгорело. Вот смотрите, фитилечки, они прям обнимаются, да. Это говорит о том, что успешно ритуал проходит. О том, что 100% ваш возлюбленный или ваша возлюбленная обязательно объявится. Обязательно даст о себе знать. Ну и не забудьте, конечно же, повести себя соответствующим образом, да? Напоминаю, дорогие, свечи должны быть не церковные. Свечи здесь применяются в любовной магии, вообще в магии прибыли, достатка. А я уже вам объясняла раньше в своих стримах, что любовь, прибыль и достаток – это единые энергетические потоки. И вот в любовной магии, в магии, в обрядах на улучшение достатка, на любовь используются красные свечи, да? Это красные свечи страсти, цвет огня, который поможет исполнить желание, который является гарантом исполнения этого желания. Вот у нас уже наши свечи половина сгорела. Давайте, чтобы не утомлять вас, я немножечко поставлю на паузу. Нам самое главное дождаться, когда... Вы можете тоже сейчас пойти заняться какими-то своими делами, да, вот мы уже на узелке проговорили заговор, да,
Я напомню, надо было назвать имя того, кого вызываете, и сказать ему: явись, объявись, со мной поговори. Вы можете заниматься какими-то своими делами, ждем, пока догорит свеча. То есть, если вы сами будете ритуалить, дорогие, сразу хочу оговориться, делается это либо на растущую луну, либо на полную, как я сегодня делаю. На убыльную луну, когда луна стареет, убывает, ритуал на возврат не делается. Итак, давайте я ненадолго поставлю на паузу. Чуть-чуть у меня прогорит, чтобы мне просто не отнимать ваше время. Вот, и уже к концу мы с вами, я включу видео, съемку видео, и мы уже обсудим, как будут догорать свечи в конце и что сказать в конце. Итак, мои дорогие, мы продолжаем. Вот посмотрите, что у нас осталось. Последний виток остался, да? Последний виток остался между свечами. Они вместе догорают. Мы это с вами видим. Вот смотрите, побежали капельки воска. И вот глядя на этот воск, говорим следующие слова. Как утекает воск, расплавленный от этой свечи, так утекают слезы мои, и печаль моя, и одиночество мое. Еще раз повторю. Как утекает воск у этой свечи, так утекают слезы мои, печаль моя и одиночество мое. Да будет так. Да, хороший ритуал получился, многообещающий. Вот уже скоро все у нас с вами догорит, и мы с вами попрощаемся. И под конец я вам хочу сказать, что нужно еще одно заклинание произнести для тех, у кого есть соперники. Соперница или соперник, да, в паре. Как утекает воск от этой свечи, так уйдет вражина. Можно назвать имя, если знаете. Так уйдет вражина из моей жизни, умрет навсегда. Умрет — это не значит, что человека не будет на этом свете, умрет в ваших отношениях. Это здесь имеется в виду. Еще раз повторю. Как утекает воск от этой свечи, так уйдет навсегда вражина из моей жизни. Соперник или соперница называете, умрет навсегда. Здесь имеется в виду, навсегда умрет в отношениях, потому что мы ритуал делаем на отношения. Не надо бояться этого слова, так же, как вот я объясняла, не надо бояться карты гроб. Вот смотрите, вот они вместе, они уже срослись, да? Они уже срослись воедино. Если видите, свечи уже превратились в единое целое. И даже вот сейчас, знаете, с того угла зрения, как я смотрю, я не знаю, как вам, но должно быть так же. Очень напоминает сердце. Очень напоминает сердце. Вот так вот снизу вверх. Вот так вот, видите, обратите внимание. Это еще раз говорит о том, что ритуал удался, и он будет работать на 100%. Самое главное, верьте. Верьте, глядя на пламя свечи, представляйте, что вы уже вместе. Представляйте, что ваш любимый или любимая уже пришел к вам или пришла к вам. Напомню, мои хорошие, после ритуала обязательно нужно помыть руки и умыться. Это важно. Вот уже видите, они догорают, они уже, видите, в таком, в едином уже таком, как бы, бассейнике, такой, ну, такая капля воска. Очень хорошие свечи горят почти без остатка. Говорите в комментариях, понравилось ли вам со мной магичить. Если понравилось,
то опыт мы этот будем повторять. Не в том плане, что именно этот, допустим, ритуал, а будем повторять что-то другое, да? Я вас научу, как защитить себя, защитить свой дом, может быть, своих детей. Делайте запросы. Вот все, у нас все догорело, ритуал окончен. Я с вами прощаюсь, пишите в комментариях. После того, как сработает, насколько сработало, да, появился ли тот, кого вы вызывали. И, друзья мои, если появился, если пришел или пришла, если позвонил, обязательно нужно, ну, хотя бы смешную сумму бросить на донат, да. Ссылка всегда есть в описании к видео, к каналу, к любому плейлисту. Это не мое желание, это, понимаете, общение с высшими силами таким образом происходит. То есть через мага, через оператора, мы это называем, через оператора нужно расплачиваться с высшими силами монеткой. Вот, мои дорогие, все, ритуал мы сегодня закончим. Всех с полнолунием, всех с замечательным летним днем, всех люблю, всем пока!